покупка части здания для Государственного концертного оркестра Якутии, присвоение звания народный творческим коллективам и другие вопросы обсудят делегации министерства и столичных учреждений культуры в Алданском районе. Подробнее об этом и о том, что стало поводом посещения делегации района, в материале наших коллег. На сценах домов культуры Алдана и Тамота, поселков Нижний Куранах и Хатыстыр спектакли сменялись концертами, танцевальные ритмы сплетались с куплетами и припевами любимых не одним поколением песен. Середина марта означена в Алданском районе днями Министерства культуры республики. Зрители наслаждались творчеством, артистов же охватывало небывалое волнение. От того, как коллективы представят мастерство перед министерской делегацией, зависело подтверждение звания народный, а это две штатные единицы и ряд привилегий. Ну, наша мечта, конечно, чтобы народные коллективы, которые заслуживают своего высокого звания, являются лучшими среди народных коллективов, еще и за счет республиканского бюджета принимали участие на фестивалях, конкурсах уже федерального уровня. Государственный концертный оркестр Якутии посетил министр культуры Владимир Тихонов. Особый интерес гость проявил не только к хоромам оркестрантов, но и к смежной части здания, где располагается мебельный магазин. Площади у индивидуального предпринимателя будут выкуплены для оркестра и действующего на его базе музыкального колледжа. В настоящее время решается вопрос изыскания средств. Площади отвечают, нормальные здания, вот она хорошо стоит, вот тут провести реконструкцию, это прекрасное здание будет. Тут еще гаражи, складские помещения, вот одно здание, вот как бы складское, да, вот, которое стоит закрыто, вот можно использовать как под гостиницу. Программа проведения Дней Минкультуры в Алданском районе была насыщенной. Представители делегации запланировали рассмотрение большого количества вопросов. Гости, оценивая мастерство и опыт алданцев, представили и собственное творчество. «О чем поешь в ночи ты, белая волчица?» Спектакль по мотивам Курилова артисты столичного театра показывали на всех сценах района. Татьяна Вахнина, Сергей Шапачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.